игроки-здоровики. Православие. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Хотелось бы этот стрим начать с поздравления со столетним юбилеем прекрасного человека, великого голливудского актера Кирка Дугласа. Что ну, за ты, лужа? Ты уже заблудился, я тебе точно скажу. Ты уже пошел не туда. Ладно, пойдем туда. Хотя, может быть, там, наоборот, тупик, я не знаю. Это галантерейный мебельный магазин советский. У меня такой был магазин, но я рядом с моим домом назывался «Дружба». Тут, тут, конечно, начался Super Mario Brothers. Я, ты знаешь, я тебе, по-моему, рассказывал эту историю, что я начал играть в Dragon Age Inquisition по одной простой причине. Мне захотелось кого-нибудь трахнуть. Ну, Вернитесь назад на мебельный склад. Я же говорил, что мебельный склад нанесет тебе удар тогда, когда ты будешь меньше всего этого ждать. У меня он убрались. Ну и все, езжай дальше. Почти. Чуть-чуть мебельный склад вылез уже такой. Мы его обратно сейчас задвинули, мебельный склад. Ну, если мы что, если что, мы как бы еще вернемся туда. Ух ты! Вот за это, чувак. Я думаю... Опять! Нет, все-таки мебельный склад нанес. Нанес ответный удар. Он знает. О, нихрен! Я вообще его не увидел в складках этой... Ах ты... Ну все, пиздец тебе, братан. Обливаем этот склад бензином. Мочой. Нет, бензином из машины. И просто поджигаем ебеня. Мы, короче, уничтожаем и склад, и этого мудака. И стоим. Отлично все будет. Отсоси. Смотри, я просто вот так буду идти, как в фильме «Брат 2». Сейчас тебе хаешечку на зигу кину. Ты, главное, языком не ко льду не приходишь. Не лизни. Не лизни лед, да. Оп, донат. О, блин! Сука! Ты бы охерели, что ли? Ну только поднимись. Жопу! Или просто посмотреть везде. Не, ну, как ищейка. Показывал, что как истинная ищейка, везде поводить жалом. Это какой-то курятник. Чувствуешь, как я вошел? Никакого уважения к частной собственности. Никакого. А может здесь? О! Господи! Блин, я сейчас чуть не умер вообще. И мы продолжаем. А теперь великое дело по поиску помидорных торчков. Ага, ну давай! Я тебе говорил, конферансье. Да, что... Вот только сейчас вот просри. Спасибо за стрим. Сука. Я тебе что сказал? Не верю я ему. Это просто, посмотри, он просто прожженная тварь, и поэтому он смотрит, как Леонид Утесов. Смотри, давай логически думать. Он говорит, что у них все идет заебись. Что они продают там эти баночки, и все здорово. Но у меня нету ни одной улики, чтобы сказать, типа, чувак. А что ты, серебряный доллар... что ты ему предъявил? Серебряный доллар Хуана. Прикинь, ты знаешь, ему говорит, ты виноват. Он такой, с чего вдруг? Такой, серебряный доллар Хуана. Не бьющийся просто. Он такой, что? Ты такой, иди нахер. Серебряный доллар Хуана. Ты что, не знаешь? Это вообще не бьющийся в нашем городе улика. А вот чем мне нравится дополнительное, что можно реально, реально обосраться. Реально. Может быть, какие-то... Серебряный доллар Серхио! Откуда? Их два! Подожди. Ну чё, интересно, даст он спринт сейчас? Или успеешь его поймать? Давай, до парковки. Давай. Отлично. Какое прекрасное лицо внизу нарисовано просто. Ну что ты? И как тебе доллары помогут сейчас? Мне кажется, он правду говорит. Сколько мексиканцев мы упаковали за передачу? За это? Можешь мне сказать? Я уже сбился со счета, чувак. Сплошная мы ночью, видишь, приехали сейчас, чтобы посмотреть, кто тут что фасует. Кто приедет за супом? Да. Кавалерия просто! Слушайте, эта история с банками просто превратилась в какую-то локальную американо-мексиканскую войну. Да, я же говорил, их двое. Это какой-то скиняра, смотри, в подтяжках. Похож на этого, значит, Семена Слепакова. О! Смотри-ка, котлетина какая, а? Ого! На донаты сейчас. Опа! Масанкай Metals, а?
Скотогруппа. Зачем ты придумывал эту хитровыебанную схему, если ты знаешь всех? Ты полицию подкупаешь, ты просто подходишь к полицейскому вот так вот просто, вот так вот пачкой денег бьешь его по лицу и спрашиваешь еще, еще. То есть, ты знаешь, ты настолько город вот этот вот весь вот пронизал своими щупальцами коррупции, что в какой-то момент тебе становится просто интересно играть. Вот, а давайте вот запакуем в, значит, в банки там и прочее. И тебя полицейский находит, ты такой: а, молодец, нашел. Да, ну, если кто, может быть, пропускает, не знает или не понимает, что происходит, то на протяжении всей игры нам показывают некие флешбеки, из которых мы начинаем немножко создавать характер и главного, собственно, героя нашего, Дроботенко, тире Коула Фелпса. Его, да, его, собственно, ну, боль, прочее. Вот, вот, еще одна замечательная, такое клише. О, да, про ставки на боях. Про ставки на бокс и вообще, в принципе, про бокс. Бокс — это такая неотъемлемая часть культуры американской. Я просрал деньги, это была явная подстава, что-то здесь нечисто, полиция, где мои деньги, чувак? И каждый раз, когда я вижу фамилию этого психолога, Фонтейн, хочется воскликнуть: «Атлас, это Фонтейн!» А уж вот еще, смотрите, наверху. О, еще старая вывеска, Голливудленд. Ты же представляешь, вот тоже какая работа, чтобы найти вот это вот внешний вид вот этих... Бланк, да, до того времени. Ну, то есть, нет, там работа в архивах с фотографиями со старым Лос-Анджелесом, конечно, потрясающе. Вообще. На! Вот. О! Ты посмотри! Сразу в стоечку. На! Оп. На! На! Посудина, ублюдина, ты чё? Отлично, отлично. Смотри, как он прилёг на кресло. По физике. Местонахождение, давай-ка, колись, блондиночка. Мусорок. Мусорок. Сука. Я же говорил, гарпия. Ну и хрен с ней, господи, все равно мы ее арестуем. Ты что, не знаешь, как она дела делает? Сейчас второй заходит такой. Так, пакуем эту шмару. Вот ни хер ли ты встал тут, тебе надо было, знаешь, пнуть его. Причем все и на нее смотрит. Ну, то есть, ну, ты ведешь себя подозрительно. В газету смотри. Ставки на футбол. Слушай, а почему бы не подбежать и не отнять мне чемодан, не посмотреть, что там? Я не могу понять. Фелпс, ты растерял схватку, что ли? Схватку, да. Смотри, смотри, сбить ее к херам собачьим. Айвар. А, блин, я вижу вор. Авеню войны. Авеню войны, да, круто. Да, какие просто. Да. Это же красота. Ну да, 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 да. Я люблю дерьмо, да. Виктор Зуев. Короче, fuck off. Это да, это как будто, знаешь, ты находишься в каком-нибудь борделе, и ты не выбираешь, сколько ты трахаешься. Ведьмак в 2016 году и претендует. Да ёб тва! Шлюха. Бля, верните мне тупых наркобаронов, блядь, с оружием. Ну-ка, дробать нихуя тут, бля, вообще. Мракобесие. Ни хрена! Ты посмотри, а? Хэммон скрылся. Посмотри, да, как он скрыт. А чем это он ее? Пистолетом? Мне просто сказал, что у него там... Магией, блядь. Магией, да. Сука, да как? Да ёб твою мать. Да, блядь. Да ну как? Нет. А, очередная борьба. Да нет, да как? Сука, просто твою руку выворачивает. Так может он не нужен нахрен? Ну, да как не нужен? Он нужен! Нужен! Потому что используйте ЦВИФ! Тебе написали ЦВИФ! А я WASD пользуюсь! А надо ЦВИФ! А надо ЦВИФом! Бля, ну это реально это пиздец какой-то. Алло, блядь, мы ищем таланты, ну! Yes! Не понравился твой начало твоего диалога. Не соверши ошибки, Аркера, и просто застрелил его нафиг. Понятно. То есть даже не дожидаясь ответа, там, не пытаясь с ним вступить в диалог, ты просто валишь его. Упаковывать некого, друзья. Сегодня, кстати, вообще стрим не упаковывают. Нет, ну один раз. Ну, там просто уже, знаешь, случайно. Поинно по случайности. Да. Это правда. Нравится. Правильные вопросы. 0-3. Нормально. Нормально закрыли. У всех бывает. Мы чё вам тут эти?
Да, друзья, ну вот на Naked City мы, пожалуй, закончим. Спасибо вам большое, что были с нами. Мы поставим на паузу, чтобы потом это все загрузилось. Напоследок, Виктор, ответь на важнейший вопрос этого стрима. Уже довольно-таки долго наблюдаю шевелюру Вити. Хотел спросить, кто его стрижет? Я думаю, что вот как 10 лет случилось, так вот все и не растет ничего. Да. Зафиксировал. Спасибо. Петр Сальников, Виктор Зуев, Андрей Сгудаев. Любим, целуем. Кирку Дугласу 100! Кирку Дугласу 100! Успейте поздравить его. Еще 41 минута у вас есть. Все, всем пока. Мы вас любим, целуем. Муа. До свидания.